Мы ничего не совершили преступного. Мы не нарушили Конституцию Украины. Мы просто, согласно Конституции, защищаем свой дом, свое здоровье и окружающих. Владимир Владимирович, пожалуйста, наведите порядок. Я согласна встать на Верховной Раде, быть наводчиком и вызвать на себя огонь, чтобы все-таки упала одна бомба на то зловещее гнездо, которое несет ужасы войны для всего народа. Наши дети хотят мира, очень хотят. Им уже, они все устали.